Всем привет! С вами Некромас. И мы пробуем классную игрушечку под названием Rocket League. Как говорится, чего нет лучше, чем машинки, футбольчик. Ну, в общем, эту игрушку сейчас раздают бесплатно в этом, в эпиках, в Epic Game Store. И на этом видео я просто покажу мои пару матчей, когда я только начинал играть. В общем, вот. Вы посмотрите. А в будущем будут реальные живые матчи. Но все тут, что заснято будет в этом именно в ролике, это с живыми игроками. Просто там были очень классные матчи. Комментировать ничего не буду. В общем, наслаждайтесь зрелищем, смотрите.
seconds left on the clock. И обратите внимание на самые последние секунды этого повтора. Осталось 5 секунд. 2. Остались 2 секунды. Три. Вот так. Так, минуточку сейчас, пока тут выйду, останавливаю на минутку запись. Так, сейчас другой. Ну, тут уже немножко будет по-другому, то есть будет немножко сопротивление. Хотя в конце, по-моему, парень просто слинял. Гол! Ай! Упс. Обломчикс. Лови. Oh shit. Он посмел меня забить. Лови опять. Еще хочешь? На тебе еще.
Пожалуйста. Вот, и как видите, тут он вышел. Так, минуточку. Ну вот вам, живой матч. Так, что-то... На, лови. Shit. Эй! Мне повезло. Блин, промазал. Ах ты ж. Ну да, иногда такое бывает. Как попасть на него? Да что такое? Да, сейчас меня порвут.
Но не все время же выиграл. Да? Да блин! Ха-ха-ха! Вот вам веселуха. На, лови. Вот это да. Сам себе забил. Ой-ой-ой-ой-ой. И мне Бразилию сделали. Да какого хрена? Но было красиво, не спорю. Да что ж, я все мажу да мажу. Да, мастер играет, мастер. На тебе еще. Да, бери, бери. Извиняюсь. Ну вот, сами все видели, да? Как тут все равно, хоть и проигрываешь иногда, но весело, да? В общем, пробуйте, играйте, веселитесь. Игра прикольная, думаю, это самая игра с друзьями,
кайфа будет еще больше. Ну, еще я забыл сказать. Вот тут можете, вы будете получать вот такие всякие плюшки, но, к сожалению, за достижение, да? Но, допустим, чтобы его сделать, вот этот, это надо за реальные деньги там что-то покупать. А так, вот здесь вы можете поменять машинку, да? Потом, это самое, вот тут раскрасочка, типа, краска, колеса. Тут тоже вот всякие, видите. Тут вот не понимаю, что тут такое. О. Так вот будем ездить, да? Ну тут как гол забивается, тут можно даже движок выбрать. Ну, в общем, вот так вот поиграли, повеселились. Всем вам удачки, здоровечка, веселых ощущений и хороших. И до новых встреч. Пока-пока. С вами был Некромас и Rocket League. Пока-пока. До новых встреч.